49-летняя Лера Кудрявцева отдыхает на турецком курорте. Ведущая шоу «Секрет на миллион» провожает лето на Средиземноморском побережье. До начала осени остаются считанные дни, и телезвезда изо всех сил старается зарядиться позитивом на весь год вперед. Этим летом Лера уже успела отдохнуть в Краснодарском крае вместе с двухлетней дочерью Машей, а после возобновления авиасообщения с Турцией звезда снова устроила себе отпуск. Кудрявцева откровенно рассказывает о своих буднях на теплом курорте. Лера взяла с собой массу красивых нарядов, а ее купальники – один интереснее другого. На этот раз теледива примерила бикини в ретро-стиле. Бра с эффектом пуш-апа выгодно подчеркнула ее грудь, а трусики с высокой талией идеально сместили акценты на тонкую талию. Звезда собрала волосы назад и надела косынку в тон купальнику, чтобы защититься от палящих лучей солнца. Она выбрала зеркальные солнцезащитные очки округлой формы, что стало финальным штрихом ее пляжного образа. Лера похвасталась насыщенным оттенком загара и длинными ногами, которые она умело выставила на передний план кадра. Поклонникам понравился новый яркий образ звезды. «Красавица, Лерочка, светишься! Фигура огонь, и грудь шикарная своя, такая классная! Такая миниатюрная! Такая стройная и позитивная мамочка! Не могу налюбоваться на вас, просто восторг! Лера, какое у вас красивое тело!» — прокомментировали снимок подписчики в Инстаграм. Лера Кудрявцева удивила выбором кислотного наряда, в котором она потроллила инстадив. Звезда вместе с крошкой-дочерью очаровала фанатов. Телеведущая показала, как выглядит ее грудь после удаления имплантов.